Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как заглушить ускорительный насос на карбюраторе. На ремонт привезли бензокосу. Вот такую вот крышка. Привезли ее мне в разобранном виде. Человек сам пытался отремонтировать. Симптомы, значит, какие у нее. Когда набираешь обороты, косой косишь, резко газ бросаешь, она у него глохла. Ну, потом заводилась, все нормально. Ну, в общем, вела себя неадекватно, скажем так. Проверил ускорительный насос, травит очень сильно воздух, то есть подсос воздуха есть. Находится он, вот я немножко подразобрал здесь. Вам нужно будет снять заслоночку. Вот здесь стопор стоит, снимаете, вот это отверстие зажимаете, освобождаете вот здесь пружинку и вытаскиваете вот эту тягу отсюда, вот таким вот образом. Вот. И вот здесь находится сам ускорительный насос. Вот он, ну, пружиночка. Вот. Я уже посмотрел, у него очень большая выработка и резинка дубовая. Смысла менять я не вижу этот насос ускорительный. Мы его сейчас заглушим. Берется просто... Кто как делает, кто и бокситкой. Я делаю обычный целлофановый пакет. Кусочек отрываете пакета. Вот так вот. Вот такой вот. И вставляем его в это отверстие ускорительного насоса. Уплотняем хорошенько. Вот таким вот образом. Все, и собираем все в обратной последовательности. Пружинку ставим сюда. Сам насосик ставим сюда. Тягу сейчас все соберу. Ну, вот так. Ставил сюда насос на место, пружиночку поставил, тягу установил. Сейчас ставим саму заслоночку. Вот эту вещь ставим сюда на место, как она была. Обязательно не забудьте поставить. Вот здесь стопорная шайба стоит. Зафиксировать ее плотненько. Так вот все собираем сейчас на место. Кстати говоря, проверить ускорительный насос очень просто. Когда у вас шланги подсоединенные на карбюраторе, прокачивайте, а у вас наполнения нету, идут пузыри воздуха, плохо наполнение праймера идет. Если вы уверены, что вот здесь соединение шлангов плотное, то есть нигде не подсасывает воздух,
то значит у вас ускорительный насос. Можно как вариант взять просто, ну я как проверил. Карбюратор отодвинул, шланги ничего не отсоединял. И просто-напросто ливанул вот сюда масло. И все. Начал прокачивать, сразу пошло наполнение хорошее праймера. Вот. Поэтому 100% ускорительный насос. Сейчас мы его заглушили. Соберем косу и посмотрим, как она будет работать. Заслоночку вот эту сейчас поставим на место. Установил саму заслоночку, проверяем, чтобы не было никаких заеданий. Все у нас прекрасно работает. Так, здесь все отлично. Все, сейчас ставим карбюратор на косу и проверяем. Как она себя будет показывать. Так, ну что, собрал я косу. Сейчас попробуем завести. Да, видимо, хозяин накрутил карбюратор. Сейчас выставлю болты и попробуем еще раз ее запустить. Так, выставил регулировочные болты приблизительно на карбюраторе. Да, сильно накрутили ему бошку. Сейчас попробуем, стартанет или нет. Так, ну вот такой мелкий ремонт. Сейчас, значит, вынесу ее с мастерской, потому что тут вентиляции у меня нету особо на мастерской. Прогрею ее и проверю, настрою карбюратор на косе. Так, ну вот, подрепетировал малеха карбюратор. Сейчас посмотрим, как работает. Такой небольшой ремонт косилки, вернее карбюратора косилки. Все, всем удачи, пока, ребят, до новых встреч.